Порядка 80 боксеров приехали из Перми, Тюмени, Ханты-Мансийска, Когалыма и Советского района лишь с одной целью – вернуться в родной город с победой. Тем более, что этим молодым людям есть на кого равняться. Турнир посвятили великой победе над фашистской Германией и ее союзниками. Это очень здорово, что молодое поколение помнит, кто победил в Великой Отечественной войне. И самое главное, молодое поколение чтит участников, победителей и тех, кто не вернулся с поля боя. Перед поединками участников турнира подбодрил чемпион мира по боксу Руслан Проводников. По словам именитого гостя, спорт не просто закаляет человека, а напрямую формирует будущую личность. Мне в частности, конкретно бокс, вот все, что я сейчас имею, всего, чего я добился в жизни, это благодаря боксу. Если бы не бокс, то, знаете, я бы, наверное, сейчас здесь перед вами бы не стоял бы, на самом деле, да. То есть, потому что, на самом деле, спорт, он формирует характер, он закаляет волю и характер. Благодаря чему ты потом, ребенок, он не боится трудностей в жизни, он их преодолевает. Преодолевает трудности и Оксана Разумова. Девочка не так давно в боксе. Прежде она занималась танцами, но, по ее же собственному признанию, будущей спортсменке не хватало драйва и экстрима. Недолго думая, записалась в рукопашку, а окончательный выбор сделала в пользу бокса. Первый бой. Ничего не чувствуешь. Просто ты... Как вам сказать? Ты боли не чувствуешь. Когда спарринги, да, ты начинаешь чувствовать, ты... Когда у тебя соревнования, и ты выходишь на ринг, то ты не понимаешь, что делаешь, а ты слушаешь только тренера. Юноши и девушки в возрасте от 13 до 19 лет соревновались в своих весовых категориях. Судя по настрою, соперники приехали довольно амбициозные. Наверное, на золото. Я уже 2 раза приезжал, 2 раза золото. Уверенность в своих силах и поддержка болельщиков сделали свое дело. У Тимофея снова золото. Вообще, такие турниры, по мнению опытных тренеров, заставляют ребят испытывать небольшой стресс. А это, в свою очередь, напрямую влияет на результат. Урайт приглашает к себе команды, и то есть, боксеры обменяются опытом, то есть растут, тренируются. Но прежде всего, я думаю, это терпение и... 100% посещения занятий. От этого вырабатывается и характер, и упорство. То есть ребенок должен ходить в спортзал и не пропускать тренировки. От этого все и начинается. А дальше уже характер, сила, сила воли – это уже приобретается в зале. Окружной турнир продлился 3 дня. Юные урайцы достойно отстояли честь своего города. Среди золотых призеров в своих весовых категориях – Данил Тырин, Юрий Новосельцев, Павел Башлыков, Александра Демина, Виктор Молотков. Светлана Жигулина, Александр Кашкин. Специально для новостей.